подарки и посуду, на которую ложат торт. Самое лучшее, это чтобы было много гостей, подарков, игрушки куплены, чтобы меня радовала собачка. Мне нравится, когда я приезжаю с бабушкой Юлей на день рождения. Мне на день рождения нравится игрушка динозавр. Праздновали с друзьями свои день рождения и играли с ними. Ну, в тику іграшки, які вони мені подарять, або в якусь другу ігру. Взрослым не надо уже праздновать день рождения, потому что они уже взрослые. Мама с папой, они, чтобы пригласили много гостей, чтобы мы праздновали кафешки дома. Ну, потому что взрослые любят день рождения. Ну, для того, чтобы все знали, сколько всем років. У взрослых бывает день рождения. И у деток тоже бывает день рождения. Ну, не знаю, только в 1 июля, в 1 июля. А если день рождения не будет, то все люди будут детками. Если бы не было день рождения, ты бы расстраивался все время. То я бы был грустный. Никто не будет знать, сколько кому років. Ты бы не большой, ты не большой. Можно ли тебе все делать? Бывают разные дела. Ну, такие. Ну, когда начинается день рождения, всех поздравляют и покупают сладкие подарки. Ну, мне будут еще лучше поздравлять. Когда моего дня рождения будет, то я пойду с подружками в салон красоты. Когда я буду взрослая. Я бы отмечала свое день рождения дома, со своей семьей. Праздновали с друзьями свои день рождения и загадывать бажания. Окей. 500 тортов и 500 подарков и 500 день рождения. Я хочу отметить 100 дней рождения. 20. Ну, не знаю, 300. Ого, это очень много. Так 20 это же много. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20. Поняли? 35, 36, 38, 39, 36. Давайте лучше 36. Давайте больше. Да, давайте 500. 100 своих день рождения хочу отметить.